Сегодня глава Анапы лично проинспектировал состояние сквера боевой славы. Напомним, совсем недавно по поручению Юрия Полякова здесь вместо торговых ларьков установили две 45-ки – легендарное орудие победы времен Великой Отечественной войны. Глава потребовал в кратчайшие сроки привести в порядок мемориальные плиты и провести благоустройство на всей территории парка. Обошли весь сквер, Сергей Николаевич. Все, от угла до угла, по проходам, везде, посмотрели все. Где завяли цветы, убрать, пересадить, полить, привезти. Здесь будут, все люди будут здесь. Задача понятна? Старт генеральной уборки перед праздниками был дан в минувшие выходные. На субботник вышло более 2000 анапчан. Городские коммунальные службы вывезли порядка 60 кубометров мусора. Приведены в порядок памятники и мемориальные комплексы в городе и сельских округах. Мемориальный комплекс «Три свечи». Там заменили деревянные конструкции по сидячим местам, по периметру. Произвели им косметический ремонт, покраску элементов, те, которые требуют покраски. Это здесь, в сквере боевой славы. Здесь обновили памятники. Здесь уверенно, что все мемориальные комплексы будут готовы к празднику.